Всем привет! Вот такое продолжение моего видео о закуске из баклажанов. Вот они уже упакованы в баночки. Баночки можете взять любые. Это из-под фасоли консервированной, как видите. Вот такова их емкость. 570 грамм фасоли, ну, в общем, где-то 700 граммовые, можно и 500 граммовые, разные. Вот так она симпатично в баночке смотрится, хранится будет в холодильнике долго. Ну, я вас уверяю, эта закуска у вас не залежится, а съестся довольно быстро, можно к мясу подавать, к пельменям, так что применение вполне у нее широкое, можно просто наложить в тарелку и есть. Так что, если кому интересен рецепт, оставляю ссылку на это видео. Приятного вам аппетита! И не бойтесь, что они у вас взорвутся, эти банки, или еще что-то. Я не стерилизовала ничего, просто закуску после того, как она постояла двое суток в холодильнике, разложила по банкам, и все. Ну, конечно, если вы планируете большие заготовки и долгое хранение, то там каким-то образом надо позаботиться о стерилизации. И кто этим занимается, прекрасно знает, как это делается. Да. Ну, вот так. Как-то. Пока. Увидимся на моем канале.